Вы смотрите видео об отеле Ramada Resort Crunchska Gora, старое название Larix. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Ramada Resort Crunchska Gora, старое название Larix, расположен в стране Словения в регионе Юлийские Альпы и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. Адрес отеля: Боровская, 199, Си, 4280, Crunchska Gora. 67 километров до аэропорта Любляны. 0 метров. 0,1 километра. Симпатичный отель в паре шагов от канатной дороги и горнолыжных трасс. Хорошие условия размещения, несколько бассейнов, собственное казино. Для активного отдыха всей семьей. На территории отеля имеется ресторан, бар, солнечная терраса, конференц-зал, бизнес-центр, казино Larix с игровыми автоматами, помещение для хранения лыж, прокат спортинвентаря. В номерах есть покрытие пола, ковролин, общее количество номеров 118, номера для людей с ограниченными возможностями, балкон, терраса, ванна, душ, фен, центральное отопление, телевизор, спутниковое, кабельное. ТВ, кабельное телевидение с русскими каналами, телефон в номере, радио, доступ, интернет, Wi-Fi, сейф в номере, мини-бар, холодильник, ковровое покрытие, нет, обслуживание в номере. Номерной фонд отеля состоит из ванна, душ, фен, телефон, спутниковое, ТВ, радио, мини-бар, сейф, халат, балкон. Возможно, дополнительная кровать и детская кроватка. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть общее количество бассейнов 2, закрытый бассейн 2, бассейны с подогревом 2, бассейны с пресной водой 2. Теннисный корт есть платно, уроки игры в теннис платно, пляжный волейбол, есть платно, водная аэробика, прокат велосипедов, есть платно, поле для гольфа есть платно. Развлекательная программа, дневная анимация, живая музыка. Дополнительные услуги, аренда автомобиля платно, камера для хранения багажа, йога платно. Для детей есть детский бассейн, детский клуб, детская площадка, рестораны с высокими стульчиками для детей, детское меню, детская кроватка, есть платно. Год постройки гостиницы, 1972. Год, когда был сделан последний ремонт, 2001. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.